Если вы заметили, то красный цвет сегодня встречается в каждой коллекции и российских дизайнеров, и известных мировых. Бренд Lavira сегодня вновь подобрала для вас коллекцию брюк Селеста. Ирина Кулакова радует вас шестью цветами на выбор. Вот как? Вот скажите, ну как вот тут не взять себе яркий цвет? Но ведь лето, это же яркость. Давайте посмотрим, какие есть наличие цвета. 6 расцветок на ваш выбор. Красный цвет, сочный, яркий, цвет любви и страсти. Многие женщины сегодня уже его не боятся. Да, давайте посмотрим, у нас есть еще насыщенный черный цвет. Классический, альтернатива леггинсам и лосинам. Ну а рядом с черным стоит традиционно белый. Не нужно бояться белых красок, потому что этот цвет не полнит. Матовая текстура вискозного трикотажа. Этажного полотна не будет добавлять вам лишних сантиметров. Ну, Свет, спасибо за рекомендацию. Вот кто-то любит бирюзовые, зеленые оттенки. Пожалуйста, заказывайте. Они у нас пока есть в наличии, но это ненадолго. До 64-го. И есть васильковый цвет брюк. Ну что ж, Свет, ну неужели это настоящие летние брюки? Конечно, это летние брюки. И мы сейчас хотим познакомить вас еще с одним, шестым цветом. Темно-синий цвет, выбор нашей модели Анастасии вместе с блузой Миланта. Яркие краски. Краски кораллового цвета идеально сочетаются с синим. Причем, если учитывать, что на Миланте синие цветы. Ну и давайте посмотрим, как стройнят эти брючки нашу Анастасию. Настя носит 48-й, брюки Селеста выбирает размер в размер. И вы видите, как эластичная ткань не только утягивает Настю, но еще и подтягивает ее формы. О да, мы видим, что Настенька у нас одета, с одной стороны, на повседневные, да, какие-то дела. Но с другой стороны, такой женщине невозможно не обернуться. Ну а если вы планируете поехать на торжество, выбирайте блузу «Блестящий вечер», как на нашей брюнетке Марине, и ярко-алые брюки «Селеста». 001-271-673. Это не телефон, это номер лота. А телефон вы видите внизу, звонок бесплатный. Действительно, наши девочки выглядят одинаково, постройневшими. Марина сейчас демонстрирует удобство этой ткани. И вы видите, как сочетаются брюки с каблуками и с удобными мокасинами. Если вы действительно собираетесь на праздник, я всегда рекомендую женщинам. Давайте выберем с вами нетрадиционную одежду. Ну, мы все время привыкли выбирать платье. Почему бы не выбрать яркий цвет брюк Селеста и нарядную блузу? Блестящий вечер. Если говорить, Надюша, про удобство ткани, не могу молчать. Так. Меня интересует всегда вопрос зоны талии. Ну, этот вопрос многих интересует. Нам прям так звонят и спрашивают. У меня широкая талия. Как выбрать размер? Очень просто. Мы выбираем брюки Селеста по вашему объему бедер. Ну и не бойтесь про размеры талии, потому что здесь эластичная лента просто под вас подстраивается. Причем я всегда замечала, как Ирина Кулакова обрабатывает все детали. Лента находится внутри, ее закрывает вискозная приятная ткань, и контактируя с вашим телом, никакого дискомфорта у вас не будет. Еще эластичная лента, вы видите, что на лицевой зоне не имеет никаких швов. При носке вам будет очень комфортно. Ну, Света, ты так рассказываешь, что действительно просто представляешь себе этот комфорт, эту посадку, этот подтягивающий эффект животика. Дистанционно очень легко на самом деле заказывать вещи, если вы прислушиваетесь к нашим советам. Внимание! Если у вас узкие бедра, вы можете выбрать брюки Селеста размер в размер. Тогда они будут вас обнимать и подтягивать. Женщины, у кого широковатые бедра, я рекомендую выбирать брюки Селеста на размер, а то и два больше. Все зависит от ширины ваших бедрышек. Вы можете спрятать их и замаскировать прекрасным прямым силуэтом, классическим кроем брюк Селеста. Ну да, выбираем благодаря размерной сетке российской признанной. Звоните, если широкие бедра, на два размера. Надюшенька, я сейчас предлагаю Марине. Мариночка, поднимись, присядь на стульчик, и я расскажу еще про ткань, как она, насколько она комфортна. Вы замечали когда-нибудь, что выбирая брюки из ткани без эластана, вытягивалась зона коленок? Согласитесь, многие женщины, кто ценит элегантность и опрятность в своем гардеробе, не любят такие ткани. Поэтому сегодня мы выбираем вискозное полотно с лайкрой. Мариша, приставай. Давайте посмотрим сразу на колени. Никаких складочек. Коленки не вытянулись, потому что стрейч будет держать ваши брюки в ежовых рукавицах. И эти брюки всегда будут выглядеть подтянуто и опрятно. И всегда будут выглядеть ярко. Потому что ткань такая. Уход простой, цена доступная. Хотите скосить цену на 300 рублей? Звоните нам, мы подскажем, как это сделать.